пришел сегодня воскресенье. У нас тут подвал большой. И там заметили мышек. Ой, это вот РТИ. Хромов, это резинотехнический сделал. Такие коврики давали. Столько много он давал для лагеря и все. А что-то мокрое это здесь. Это. Не знаю. А чего она думает? Первый раз увижу. Это непонятно даже. Это что-то как-то во время еды может еще порвало. Ну, так, посадили туда кошек. На кого еще там свету нету? Нет, есть. Вот он подвал где. Там мышки появились. Ну где? Иди сюда, рыжая. Рыжая, иди ко мне, иди скорее. Вот он идет. Варвар, выходи давай, выходи. Но. Выходи давай, выходите, но. Давайте сюда, давайте. Хорошие мои кошки, да замечательные кошки. Да вот он какой большой. Ну вылазь давай, вылазь. Вылазь давай, он не знает, что там. Ой, давай, рыжая. Давай, 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 давай. Ну, выходи, выходи сама. А то сейчас закрою, еще день будешь сидеть здесь. Давай, домой пойдешь, домой. Белый, 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 пошли. Белый. Ну, да, боятся. Ее сюда вытащить, тогда, опа. Вот она где, ну, он увидал ее. Ну, все, вылазь, вылазь. Ну, вот ты, о. Посмотри там какая глубина. А ты ну-ка слезь туда, покажи, что там у нас внутри есть. Какой подвал выкопали. Выкопали своими руками. Тут сестры, братья выносили. Вон там дует какой-то. Да. Ну-ка, пройди там по всем. Покажи, что у нас там есть. Что у нас тут есть вокруг. Все, там объясни. Это у нас под трапезной. Игорь Третьяков. На ползунного 6. Такие вот у нас балки тут. Мощные. Вот. Это все обложено кирпичом. По всем стенам покажи там. Все эти. Сколько у нас тут для всех людей тут было построено. Но еще тут нету. Столб какой. А ширина-то какая? Шагами измери. Ой-ой-ой. Вот они какие мощные балки. Тут у нас картошка, морковка, Устину вот тут хранят. Другие братья, сестры. Вот могу даже показать, что картошка. Вот она. Вот картошка. Это мы закрыли, раз кошка здесь держим, чтобы она от света не росла. Вот так вот. Во, рыжка. А, рыжка. Рыжка. Ну, рыжка. Понравилось тебе это, да? Сама соскочила туда. Да она подумала, что я что-то принес. Ну давай. Она может быть останется там. Ну-ка. Пойдем. Пойдем, рыжка. Давай. Все, ничего нету. Ничего, белый. Ну. Пойдем. Пойдем. Сейчас пойдем второй подвал посмотрим там. Да это можно оставить, наверное. Пусть стоит там. А что? А зачем она? Ну-ка. Банки он хранятся. Пошел по шкаф. Белый. Нашел. Рыжая, иди скорее, иди скорее. Выходи. Ну, давай, давай. Вылазь, вылазь. Не забыть свет выключить. Ну, давай, вылазь. Рыжка. Вот мои хорошие какие. Давай. Скорее, моя хорошая коша. Опа. Вот так, это я сейчас закрою, потом второй подвал посмотрим. Так, подожди-ка. Ой. Я не знаю, что ты эту взял-то. Можно было не брать ее воду-то, потом выйдет. Ага. Чашку тут оставили. Ты стоишь на этой, дай-ка я возьму. Ну это потом, когда выцепник поставишь. Ага. Сейчас я книжки закрою. Сейчас пойдем второй подвал там посмотрим. Переключить надо, наверное, будет. Там же два. Там второй. Включи на тот подвал. Ладно. Надо слезть и посмотреть сразу. Не выключай пока. Там у нас второй.
О, включаю его. Ну, сегодня так ты посмотришь, что ты придешь. Mm-hmm. Пойдем. Второй подвал. Посмотрим. А туда пролезем мы или нет? Второй подвал-то. Не знаю. Если у них тут прибиты эти, то не пройти. Да нет, наверное, можно. Они склеены. А как это так? Так, а вот это что такое? Это сделать плинтуса. А? Плинтуса делать. Вот это принесла Александра Михайловна делать плинтуса там в храме. А ну-ка посмотрим. У нас тут падали, даже люди было. А ну-ка, деньги зашла. Чьи это валенки такие? Не знаю. Вот смотри какие-то, артеи давала нам. Склеили. О, это Хромов Анатолий Петрович. Так а что, свету нету? Ты включил не тот, наверное. Почему тот? Тот? А что тут свету нету? Не знаю. Таким не пользуется никто-то. Может и лампочки нету уже. А что лампочку там ставить надо, чтобы всегда была готовая лампочка. Тут он очень холодный, из-за этого никто здесь. Ну-ка, включи. Покажи. Что там есть? Вот тут банк. Подвал. Погляди, там какие столбы стоят. Тут... Куда дальше-то еще? Вон куда идет подвал. О, сколько. Да нет, лампочка хорошая тут. Тут-то все вытащили, сейчас им не пользуются. Она тут была. Вот она где, смотри, где. Иди отсюда. Обратно не надо, беги. Там дай комментарий. Вот. А что тут давать? Она и так все видно тут. Раньше тут какая-то была... Вода шла, сейчас ее нету у нас тут, по низу именно. Все. Ну, смотри, сколько у нас тут. Как выкапывали, тут выносили, тут столько людей работало. Все сделали как надо. Ну там лампочка есть. А что она не горит? Не знаю. На вид целая. На вид целая. А вот а тут смотри, тут вон какой, гляди. О. Вот это да. А ну-ка давай. Туда теперь обратно. Смотри, мы еще здесь все тут посмотрели, мы никогда тут не видели, никто тут не видел. Там замки там на месте. А? Замки на месте закрыть можно. Не понял. Замки на месте можно закрыть. Ну вот эта дверь-то закрыть можно. Ну, замки там, вон там, за замки дверью. Там. Угу. Белый, 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 белый. Ты куда пошел? О, пошли сюда. Пошли, белый, пошли. Пошли скорее, а там мыши бегают везде. Иди скорее, белый, белый. Белый. Белый, пошли. Белый. Иди скорее. Ну, иди, лев. Вот так. Теперь этот.
Вон он пошел мне. Караул там его. Сейчас я приду. Подожди. Ты подъезд наш мини. Орешка, орешка. Орешка наша, орешка. Ну, орешка, орешка, орешка. Луница наша. Ну, еще. Эту чашку надо будет поставить, чтобы вместе тащить. А воду потом вытащишь. Угу. Ну, давай, пошли, пошли домой, пойдем. А это там бегает он. Вот ее надо как-то брать ее. Знаешь, еще чашку поставь. Чашку. Угу. Все, выключай и бери ее. Ладно. Очки кто-то забыл.